Полицейские поймали подозреваемого в серии краж велосипедов. На его счету, как считают полицейские, более 20 эпизодов на сумму около 160 тысяч рублей. На этих кадрах мужчина в отделе полиции дает показания. За что задержан? Задержан за кражу велосипедов. Сколько краж совершили? Точное количество не знаю. А что делали с краденым? Продавал. Деньги тратил на продукт питания. Поймали подозреваемого сотрудники отдела полиции Северо-Западный. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 42-летний местный житель. Орудовал мужчина, как считает следствие, с октября 2019 по июнь текущего года. По установленным фактам его преступной деятельности, ранее в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данных частей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Велосипеды, по версии следствия, он угонял из подсобных помещений, подъездов или оставленные без присмотра на улице. Затем злоумышленник их продавал. Деньгами распоряжался, как хотел. Мужчине грозит наказание по статье «Кража». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.